О, черт. Айлин, мне кажется, нам надо сваливать. У нас появилась новая проблема. Очередной спуск вниз. Странные композиции какие-то здесь, да, изображены. Я буду немножко помедленнее. Как ни странно, но все тихо в нашей квартирке. Давайте выложим свечи. А, пока выложим меч. Проездную аптечку. И возьмем немного патронов. Пожалуй, стоит сохраниться. Нам нужно спуститься в самый низ, чтобы познать истину. Кажется, что этому спуску нет конца. И опять этот знакомый символ. И мы попадаем в знакомое место. Здесь мы уже бывали. Это то самое кладбище в лесу Silent Hill. Эти странные надписи, но у нас есть Айлин. Айлин, что ты скажешь по этому поводу? Айлин. Очень странно. Почему-то Айлин ничего не хочет говорить. Еще и муки налетели. Срочно добиваем. I can read this writing. It looks like some kind of a diary. Here goes. October 2nd. I played with Bob. It was fun, but I went too far away and he got angry. Он. Интересно, кто этот он? Хотя вы можете уже догадаться, о ком идет речь. Это есть не что иное, как дневники маленького Олли. Здесь явно что-то еще есть. Here goes. October 3rd. I played with Bob again. I went even further this time. The writing fades out after that. Могила Уолтера Салливана. На подсвечнике что-то написано. Святое пламя. Это факел. И можно драться. Конец можно зажечь от огня, чтобы освещать темные места. Если намочить маслом, гореть будет дольше.
Давайте попробуем. О, черт! Алин! Уходим. Эта сволочь будет нас сейчас преследовать. Голова смотрит в эту сторону. Исследовать. Вы взяли голову куклы. Так, здесь, по-моему, все. Кажется, там что-то было. Блин, лучше бы я не останавливался. Здесь какой-то несчастный питательный напиток, Айлин. Эй, парень в плаще куда-то побежал. Так, у меня такое подозрение, что Айлин осталась за этой дверью. Айлин. Ну, наконец-то. Итак, факел у нас потух, к сожалению. Так, ставим пистолет к чертям. Надоело мне уже с ними церемониться. Опять этот говнюк. В него стрелять бесполезно, он бессмертный. Here goes. October 15th. Bob is gone. Nobody will tell me what happened. I bet... I can't read any more than that. Похоже, что Боб был лучшим другом Уолли. Это все, что у нас осталось от Дома Желаний. Пепелище. Так, здесь еще кое-что написано. Here goes. October 18th. I have to stay in the round cell, even if I read well tomorrow. If I do it, God will be happy. So I will do it. He comes into the round cell a lot to visit. But it's okay, I guess. Здесь лежит записка. Что-то есть здесь, но тут ничего. Я чувствую что-то из колодца. Чего-то не хватает. Началось. Джаспер. Тот самый Джаспер, который спалил этот дом. Свеча. Блин, у меня опять переполняется инвентарь. В кресле каталки сидит обугленная кукла. На ней вырезано сообщение. Хотя мое тело уничтожено, я не дам тебе пройти здесь. Чтобы подготовиться к встрече с преемником мудрости, я разделил свое тело на 5 частей и спрятал их в темноте. Когда мое тело снова станет единым, путь внизу будет открыт. Если ты преемник мудрости, ты поймешь мои слова. Ритуал начался. Итак, у нас есть кукла, у которой нет ни головы, ни рук, ни ног. Ну, голова у нас уже есть, поэтому можно ее прикрепить на место. И заодно освободить немножко свой инвентарь. Можно вернуться в свою квартиру. И что-нибудь выложить. Хотя, в принципе, мы бутылку можем скушать. Свеча пусть пока побудет при нас. Домой мы еще успеем сходить. Так, что насчет дневников? Этот мы уже прочитали. Так, тут вначале мы тоже прочитали. Детские игрушки. О, цепь. Айлин, это как раз для тебя. Легкое и удобное. Одним ударом можно нанести сильные повреждения. Ну вот, Алин у нас становится все более и более боеспособной. А еще она умеет читать иероглифы. Here goes. March 17th.
I went to Ashfield again. It was my fourth time. Just like last time, my mother... something... The city is scary and the apartment where my mother is has... I can't read any more than that. Очень жаль, что ты не можешь это прочитать. Похоже, что маленький Уолли очень часто посещал Эшфилд. И, возможно, искал там свою мать. Hill Woods? Да, ты права, Эллен. А это страшная двуголовая тварь. Эллен, я тебе зачем цепь дал? Давай помогай. Вдвоем мы его быстро одолеем. Смотримся. Надо было зажечь этот факел. Это место явно не здесь. О, а здесь у нас еще один напиток. Так, нужно перезарядить пистолет. Эллен, не скучай. Страшные звуки такие. Здесь у нас появились патроны. Один патрон, мне туда не сюда, надо его выстрелить. Так, кажется, здесь есть что-то еще. О. Каждый раз, когда я смотрю на нее, мне становится жутко. Кирка отчаяния. Убийственное, но очень медленное оружие. Я не могу нести больше. Плачевно. Ну ладно, мы сюда еще вернемся. Так, вроде здесь больше... Ой, извини меня, пожалуйста, Эллен. Тебе нужно беречь как зеницу ока. Майнкрафт, блин. А вот и огонь. Так, ну это нам тоже не влезет. Are you Walter Sullivan? That's what everybody calls me, but I don't really have a name or a home either. Well, what about a mom or dad? Yeah, but I never met them. They left South Ashfield Heights right after I was born. But soon I'll get to see my mom. Do you know where she is now? Yeah, of course. Right where I was born. Lots of people tried to stop me. But it's fine now. It says in the scriptures that I'll be with her. I gotta hurry. Mom's waiting. Похоже, что маленький Уолли считает, что его мать... является то самое место, где он родился. То есть наша квартира. Here goes. February 10th. I went to visit Ashfield again. Again, I... something... mommy. Some of it's blurred, and I can't read past there. Тут где-то еще были надписи, насколько я помню.
Вот еще одна. Here goes. October 28th. I have to take a train or something to get to Ashfield. Everyone says Ashfield is a scary place, but I really want to see my mommy. Oops. По-моему, даже здесь что-то написано. Here goes. October 21st. Sunday is the day I leave the round cell to read the book. I read very well today. If I can do a good job reading the 21 sacraments for the descent of the Holy Mother, I can meet my mother. The important lady told me that, but tomorrow I'm going to the round cell again. Важная леди. Что за важная леди? Да, похоже, что маленькому Воле не слабо промывали мозги. А у нас тут новая страничка. Моя теория в том, что Уолтер не умирал в тюрьме. Может, кто-то другой совершил самоубийство. Или же человек, которого арестовала полиция, не был настоящим Уолтером Салливаном. Я не могу расследовать, что на самом деле произошло в тюрьме, но в любом случае Уолтер там не умер. Мужчина в плаще, который объявился здесь, был настоящим Уолтером. 7 лет назад он сделал что-то в этом доме. Я уверен, что есть связь между этим и ненормальными вещами, которые тут творились. Еще чуть-чуть, и я разгадаю все. Может, я даже узнаю, что настоящий Уолтер где-то неподалеку. 18 июля. Похоже, что Джозеф утверждает, что тот парень в плаще и есть Уолтер. Так, нам точно не понадобится хлыст, свеча, один патрон. Так, и я думаю, оставить ли мне кирку отчаяния или слить ее. Давайте нафиг ее сольем пока. Уж слишком это неудобное оружие. Канистра с маслом, которую можно окунуть в факел. Теперь он будет дольше гореть. Эйлин, не скучала без меня? Это какой-то подозрительный медальон. Медальон с гербом. Медальон, на котором выгравирована неприятная эмблема. Он сантиметров 25 в диаметре. Верхнего тела нет. Это была какая-то богиня или что-то такое? Интересно, что это было за статуя? Пули для револьвера. Так, святое пламя. Ну, конечно, так просто бы мне тут пройти не дали, аж целых 3 призрака. Так, бежит змейка, блин, надо было взять медальон, ах ты! Придуши его цепью. Черт, она осталась в окружении 3 этих недружелюбно настроенных мужчин. I'm pretty sure that somewhere in these woods is an orphanage called Wish House. Дорогая моя, мы мимо него уже проходили. Он сгорел дотла. Я вижу правую ногу. Вторая деталь Лего есть. Давайте избавимся от ноги. Тут нельзя подняться.
или правую ногу. Так, ты где там? Не отставай. Ты мне нужна как переводчик. Да и оставлять тебя надолго нельзя. О, нет. Здесь что-нибудь есть интересное, кроме мух? Блин, быстрее. Этот говнюк ходит с бензопилой. Так, дай-ка я немножко подготовлюсь. Ладно, пока придется убрать факел. Дело в том, что когда его убираешь, он сразу же гаснет. В принципе, логично. Ага, здесь еще что-то есть, бутылочка. Странные какие-то перевязанные бинтами деревья. Так, ну здесь, похоже, больше ничего нет. Ладно, что, будем прорваться сейчас боем. Ой, как ты ж попал-то, а? Так, а где колодец-то? О, здесь это, то есть, записка. Давай, читай. Ну? Here goes. October 13th. I finally got outside. John is still stuck in that round cell. I hope I read well tomorrow. Похоже, что этих маленьких детей наказывали за то, что они плохо читали различные учения культа. Here goes. October 14th. I did a good job reading today. I was so happy. But the 21 sacraments for the descent of the Holy Mother was hard. 21 причастие схождения Святой Матери. Алин, тут еще один камень. Не отвлекайся. Here goes. October 16th. Some important people came today. One of them, It's cut off. I can't read anymore. Ну кто еще может быть важнее, чем Далия Глеспи? Да, когда маленький Уолли писал этот дневник, Далия Глеспи была еще жива. Так, темно. Здесь у нас бутылочка. Вандалы. Все дерево обгрызли. Here goes. October 17th. The important lady told me my mother was asleep in Ashfield. I have a mother too. I'm so happy. I want to see my mother. Where is Ashfield anyway? I studied archaeology back in college, but I... Возможно, именно из-за этого Алин может читать эти иероглифы. А возможно, и нет. Здесь
Здесь как раз есть пламя. Так, а здесь у нас больше вроде как ничего, да? Ну ладно, колодец. Левая нога. Блин, инвентарь заканчивается. Ну, еще одно местечко у меня есть как раз. Тут никто не появился. Генри, куда ты смотришь? О, я думаю, куда Генри смотрит? А тут у нас, оказывается, серебряная пуля лежит. Очень и очень полезный предмет. Так, я вот не помню. Здесь был еще один колодец. Здесь, по-моему, колодца больше нет. Только этот маньяк. С бензопилой и пистолетом. Ну давай, шевелись. Вроде все тихо. Немножко разгрузимся. И, наверное, придется сгонять до дома, выложить патроны и взять одну вещицу. А дома у нас уже не так уж и уютненько. Может, я держал что-то, что каким-то образом ослабило его. Так. Как будто бы какая-то раковая опухоль. Так, это мы пока выложим. Это оставим. Факел тоже оставим. Я думаю, что патроны запасные нам тоже не нужны пока. Так, а что нам пригодится? Так, свеча и меч и святой медальон. Плохое ощущение ослабевает. Наверное, это благодаря медальону. Да поставь тоже ее куда-нибудь. Плохое ощущение ослабевает. Наверное, это благодаря свече. Работает. Злобный кролик Робби. Так, ладно, давайте сохранимся. Ну а теперь можно возвращаться обратно. Так, нам осталось исследовать только вот эту верхнюю часть. Сначала поставим пистолет. Внешняя сторона наполнена опасными вещами. Это мы уже читали. Кто здесь? Ты здесь? Некультурно показывать пальцем. Вам же вроде раньше 5 пуль хватало. Какого хрена? Прочная тварь.
Можна було їх просто вдвоєм затикати. Топором да цеп'ю. Сработало. Что-то как-то очень подозрительно тихо здесь. Вот и наш старый знакомый Джаспер. Блин, можно было с ним расправиться намного проще. На Харди придется его долбить очень долго, но если бы я использовал серебряную пулю... то он бы помер намного быстрее. Клад полетел, родной. Разом не останавливаться. Элин, бей его. Этот летающий факел. Что, зря я тебе цепь подарю, что ли? Да потухни ты уже. Получай. Все, кончился. Нет, еще не кончился. Теперь, похоже, все. Полежи немножко, отдохни. Ладно, если следующего призрака я пойду с серебряной пулей. Что-то лежит, похоже. Куда-то Генри смотрит. Понять, куда? На Джаспера, что ли? Чего-то там не видел. Нет, там что-то явно лежит, по-моему, далеко. Надо еще посмотреть, может, здесь где-то есть надписи. Они иногда так сильно запрятаны. Опять эти мухи. Ненавижу мух. Маленькие противные твари. Алин, дави. Да дави ты, ё-моё. Ты ж в каблуках. Ты можешь сказать, как вообще холодное оружие. Двигатель все еще работает. Ничего нового тут не появилось, похоже. А, о! Пень! Давай. Here goes. October 1st.
He told me I could write whatever I wanted because nobody will ever see it. I like to write. My teacher taught me how. И таким вот образом Воля стал вести свой дневник. Блин, камеру постоянно так поставить, чтобы ни черта не было видно. Издевается, блин. О, ё-моё. У нас еще и гости тут где-то летают. Так, Айлин, нужно пошевелиться, пока он тут вылазит. Там вроде вдалеке замечена бутылка. Это пичуган этот с лопаткой. О, вот это он здесь не один. Айлин, давай шустрее. У меня медальон не бесконечный. А червь здесь откуда взялась? Тебя вроде тут не было. Я думал, вы от меня отстали, но похоже, их становится только все больше и больше. Айлин, ты что там, в героиню решила поиграть? Я вот что-то не очень готов. Ух ты, когда надо-то как ускорилась. Стали вроде. Что написано? Опасно не входить. У нас дыра. Так, а я этот весь путь проделал без факела. А, ну, здесь он может поджечь. Да, было бы обидно, если бы мне заново пришлось все это оббегать. Макаки. Готовься. Ну давай, куда ты там убежала? Просто one shot. Все. О, Алин, сколько у тебя тут работы. Давай. Here goes. October 5th. I got hit again. I didn't do anything wrong. I wish he was dead. Вы, наверное, уже догадались, о ком идет речь. И он уже мертв. October 4th. My cheek hurts. I hate him. Это тот самый толстяк-надзиратель из водной тюрьмы. Алин, тут еще пенек есть. Алин. Вот. Here goes. October 6th. Tomorrow is book study in the chapel. If I can't read well, I'll wind up like John. I'm really scared. Так, ну ничего нового особо мы не узнали. Свеча? Чего опять я ее не взял-то? И опять я забил свой инвентарь. Так, а куда я буду теперь ногу пихать? Так, а, ну ладно, можем выпить бутылку. А, там еще одна бутылка. Можно выпить и вторую. Так и спиться можно. Зато я теперь полностью здоров. Так, ну что, теперь нам нужен цвет.
благо он здесь неподалеку. Все равно нужно два места как-то освободить. Потому что там еще был один колодец. Так, что будем делать? Ё-моё! Да что тут за зоопарк появился? Не, против такой толпы, я думаю, не стоит испытывать судьбу. А, ну мне сейчас, в принципе, можно сломать амулет, точно. Сейчас мы сломаем амулет. Амулет, ломайся. Ломайся. Я приказываю тебе. Так, главное, чтобы они не схватили за яйца. Зачем он такой прочный? Блин, там уже сзади их цепи лупит. Есть. Опс. Магия. Они пропали. Вот он, он на пенек смотрит. Как тебе отдыхается? Я думаю, оставить этот меч на память, что ли? Я бы тебя забрал, но у меня места в инвентаре не хватает. А нам нужно забрать еще левую руку. Не нужен. Составим уже этого инвалида до конца. Как же Тим Сайлент любит инвалидные кресла. Здесь лестница. Спуститься. Похоже на какую-то секретную комнату. С алтарем. Здесь книга. Похоже на какую-то Библию.
«Схождение Святой Матери. 21 причастие» – это самая книга, которую очень часто читал маленький Олли. «Первое знамение. И сказал Господь, во время изобилия очисти мир моим гневом. Собери белое масло, черную чашу и кровь 10 грешников. Подготовься к ритуалу святого Успения». «Второе знамение. И сказал Господь, предложи кровь 10 грешников и белое масло. Будь затем освобожден от оков плоти и обрети силу небес. Из темноты и пустоты принеси четверым уныние и облачись в отчаяние от передающего мудрость. Третье знамение. И сказал Господь, возвратись к истоку через грех искушения. Под бдительностью демона блуждай в одиночестве в бесформенном хаосе. Только тогда четыре искупления будут согласованы». Вы уже, наверное, заметили, какие слова используются в третьем знамении в особенности. Это исток, искушение, бдительность и хаос. Да-да-да, те самые четыре таблички, которые мы находили перед каждой из последних четырех жертв. «Последнее знамение, и сказал Господь, отдели от плоти и ее, перерожденную мать, и его, преемника мудрости. Если это будет сделано, таинством 21 причастия мать возродится, и поклонение греха искупит свои прегрешения». Схождение Святой Матери. На самом деле это писание культа, красного культа, который исповедовал очень жестокие ритуалы, жертвоприношения. И как раз этому красному культу и принадлежал этот дом желаний, и также паноптикон – это цилиндрическая тюрьма, где обучался воле. Только это писание было о вызове Господа, то есть Бога ихнего, сатанинского. Точнее, призыва матери, которая должна была родить этого Бога. Но маленький Уолли это интерпретировал по-своему. Так как он был брошен родителями, то он решил провести ритуал по-своему и возродить свою мать. По крайней мере, в том виде, в каком он себе ее представлял. Здесь круглое углубление, около 25 сантиметров в ширину. Так, у нас есть как раз что-то подобное, что может подойти. Именно 25 сантиметров. Генри, ты там как будто бы линейка вымеривал. И мы опять попадаем в этот цилиндрический спуск. Каждый раз здесь появляется что-то новенькое. Например, вот эта запертая овца. Что это может значить? И, конечно же, возможность сгонять до дому. Что за черт? Твою мать. Это нечто еще и мяукает. Помнится, одна домохозяйка держала тело своего умершего кота в холодильнике. В одном из номеров этих апартаментов. Так, это все. Так, а нам выкладывать-то особо нечего. Так, сколько у нас осталось патронов? 67. Отлично, возьмем. Нужно постепенно уже их тратить, что-то у меня их много скопилось. Свеча горела. Что это? Болтающееся тело.
is this place? С клювом на голове. Что это за место? Откуда же мне знать, что это, черт возьми, за место? Причем, чем глубже, тем оно становится все мрачнее и мрачнее. Хм.